Гуляя с ребенком, расскажите ему про веселые желтые цветы, которые называются одуванчики. Загадайте малышу загадку. Носит одуванчик желтый сарафанчик. Подрастет, нарядится в беленькое платьице. Расскажите малышу, что когда цветочек взрослеет, он меняет свой наряд на белые воздушные парашютики, семена. Они летят, подгоняемые ветром, и опускаются на землю. В том месте, где парашютик опускается, появится на следующий год такой же красивый желтый одуванчик.